этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Представители этого имени готовы вступить в беседу с любым человеком и умеют понять чувства окружающих. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «К» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.